актером. И чтобы каждый выполнял какую-нибудь роль. А мне смекалку хочется проявить. А мне скорость показать. А мне все и сразу. Пожалуйста, для всех желающих наша игра. Она называется «Шишки, желуди, орехи». И сегодня мы покажем первый вариант этой игры. Считалочкой или жеребевкой выбираете ведущий. Остальные игроки становятся в круг. Ведущий назначает роли каждому. Шишки, желуди, орехи, 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 шишки, желуди. Проверяем. Шишки. Желуди. Орехи. Ведущий находится в кругу и подает команды. Шишки. Все игроки, которые имеют это название, меняются местами. В произвольном порядке. Ведущий старается занять чье-нибудь место. Кто остался без места, тот ведущий. Победителем становится самый быстрый и внимательный. Тот, кто за всю игру не был ведущим. Судьи! До новых игр!